Здравствуйте, мальчики, девочки, студенты и студентки. Задачка 631-го. Сборник задач Московкины и Волкова. Броски. Броски. С высоты 1000 метров падает тело без начальной скорости. Одновременно с высоты 1100 метров, то есть выше, да, окей, и падает другое тело с некоторой начальной скоростью. Что интересно, оба тела достигают Земли в один и тот же момент времени. Найдите начальную скорость второго тела. Суперская задачка. Правда? Задачка очень хорошая. Ну, давайте сначала представим, что происходит. Происходит вот что. Вот это высота 1000 метров. А вот это у нас высота 1100 метров. Ну, вот так вот давайте сделаем. Раз. Тут 1000. Два. А тут у нас будет 1100 метров. Итак, это тело начинает просто-напросто падать. А это тело брошено с какой-то начальной скоростью V нулевое. Ну, давайте обозначим это первое тело, это второе тело. Можно это обозначить первое тело, это второе. А я обозначил это тело первое, это второе тело. Значит, V0 первое равно нулю. То есть его просто отпускает. И что интересно, время, в течение которого они будут падать, эти времена будут абсолютно одинаковыми. Что я еще, так сказать, понял, что разница в расстояниях у них, ну, естественно, 100 метров. Поэтому, что я могу сказать, что H1, это у нас 1000 метров, а H2, это у нас 1100 метров. Поэтому, в принципе, что я могу сделать? Я могу найти время полета этого первого тела до Земли. Да, тогда что я пишу? H1 равняется GT1 в квадрате, деленное на 2. Вот. Не надо подсчитывать, я сейчас объясню, почему. Вот. Пока не надо подсчитывать. Потому что, ну, наверное, тут есть некоторые, так сказать, варианты решения. А сейчас смотрите, H2, это у нас что такое? Здесь же есть начальная скорость, V нулевое T, и плюс GT2 в квадрате пополам. Смотрите, ведь это... И это одно и то же. Времена-то одинаковые. Понимаете, в чем дело? Поэтому H2, это у нас равняется V нулевое T и плюс H1. Ага. Ну, какое T? V нулевое тут у нас T2, да. V нулевое T2. Тогда V нулевое T2, это у нас есть разность высот. H2 отнять H1. Вот это и есть у нас 100 метров. А сейчас я найду отсюда T1, который, естественно, равняется T2. Это будет квадратный корень 2H1, деленное на 2. Ой. 2H1, деленное на G. Заговорился. Вот, ну, исправился. Итак, 2H1, деленное на G. Все, тогда у нас... Смотрим внимательно, что получается. У нас получается, что H2 отнять H1, это у нас V нулевое на квадратный корень 2H1, деленное на G. То есть, что у нас получается? 100 равняется V нулевое, квадратный корень 2H1, это 2000, делим на 10. Ну, подставляю численное значение. 2, ну, H1, H1 это 1000. Значит, будет 2000. 2000 делим на 10, будет 200. Ну, и тут можно всякие вещи, как говорится, делать. Вот. Как угодно. А мы сделаем самым простым таким способом. Просто 100 поделим на квадратный корень из 200. Тут можно все в квадрат возвести. Ну, а зачем? Не надо.
Берем вот эту вот штукенцию. У каждого на сегодняшний день есть. Это вам не логарифмическая линейка. Ну, вы даже и не слышали, может быть, что это такое. Может быть, кто-то слышал. Вот. И делим на квадратный корень. И получаем, что скорость начальная будет равна 7,07. Все. Метров в секунду. Вот так вот. Красивая, правда, задачка. Вот. Как говорится, мудрить не надо. Вот и все. Я думаю, что мы тут не намудрили. Вот так вот взяли и решили. Все. Вы учите физику на канале. Физика — это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными, доступными. Не записан на мой канал? Ну, запишитесь. Вот. Это несложно сделать. Кстати говоря, там кнопочка есть. Супер, спасибо. Зайдите, поинтересуйтесь. Буду вам благодарен. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.